Ребят, мое вам здравствуйте, продолжаем. Надеюсь, ветер не сильно дует. Сижу, жара 30 градусов под кондером. Так, группа А отвоевала. Это альянсовый турнир, внутриальянсовый. Вот мы отвоевали неделю. Один бой у меня получился мимо, потому что человек отгулял. Мне поставили, короче, этот победу. Давайте посмотрим, что в другой группе было. 15, 20, 19, 17, 20, 13. Как у них плотно тут, смотрите, по шотам идет. Поражение, разница, очки. Вот что такое очки, так мне никто и не сказал. Первое место у Каски. Второе у Ривана, да? И переходим сюда. 11, 17, 18, 20, 11, 18. Ну тут люди пропали, просто не отбили. Поэтому как-то так. А у меня почему-то 18 побед. Бог его знает. И первое место у меня получилось по итогу. Ничего не понимаю, но очень интересно. Дэдпул второе. В общем, сегодня я, получается, вот сюда двигаем. Суровый с Риваном бьюсь, да? Каска с Дэдпулом бьется. Фанатик с енотом, Кира с Сантой. И тут вот что-то вот так, вот так, вот так. И тут вот так, вот и вот так будет, ребят. Ну, начинаем. Вот такую оборону я ему выставил. Он у меня магов заблокировал. То есть теперь блокируем команду обороны и команду атаки отдельно. Ну, в обороне одного может только заблокировать. Вот он мне магов заблокировал. Что-то я такое собрал. Так-то у меня все маги больно бьющие. Так, а у него он что поставил? Где он? Он, кстати, YouTube-блогер. Пожалуйста, посмотрите. Вот такую нехилую 5060. Он мне заблокировал. Короче, в бой нельзя брать класс колдун и варвар. И нужно из этого что-то собрать. Ну, давайте соберу. А чё, нормально, кстати, он меня блокирнул. Вот у меня Кирилл пришлось взять в таком стиле. То есть в атаке-то магов можно брать. Варваров нельзя, да? И колдунов. Ну, идем первый бой. Жесткая оборона прям. Жесть. Ой, чуть не мискликнул, блин, нечаянно. Красный кристалл. Или лучше синий с желтыми и красный вывести. Может, что прилетит толковое. Да и комбо побольше. Нет, ребят, кристалл-то красный был неплох. Ну, давайте потом выведем вот так много камней. Ох, плачевно выглядит это все, ребят. Сейчас она мне замедло будет песочить. Ну да, как советуют, потом синюю в нее кинуть, что ли, я не знаю, хоть ее потом добить. Желтый кристалл, да? Так себе полянка, блин. Ну это заливное. Я прям вижу уже 100%. Что-то тут с этими желтыми, с красными. Кристалл, видать, надо было еще красный. Да ё-моё. Бах, бах, и все мертвые, короче. Без вариантиков. Херня, да, какая-то. Что-то какой-то подвох. Ну, давайте так вот стрельнем, я не знаю. Расчет на комбо не зашел. Вот тебе и бублик, короче. Сейчас 5 бубликов сделаем. Дальше. Так, следующий, ребят, дай бог правильно посчитал. Фросту на минимум 23, 23 нет, 22 есть. Собеку на 17. А пенги 11 хватает. Так они все на один камень раньше, да, у меня заряжаются. Дендру можно воткнуть 17. А барану 29. Баран будет 7-камневый. Тут надо хилиться, я не знаю, быстро-быстро. Погнали так.
Ну, поляна также продолжает быть плачевной, да, как и была. Давайте с этого хода начнем. Да. Это тоже на бублик похоже, ребят. Фиолетовые пошли. Да ё-моё, все цвета не те, короче. Ну давайте вот так я прокину. Может, желтый замкнется. Замкнулся. Хилимся. 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 Баран себя заблочил, да? Броню мне никто не режет здесь. Давайте еще под ней покидаем. Хотя уже пора синий собирать. Давайте. Снесло ее, да? Сколько она шиндарахнет? Кто ее знает? Давайте взрываем вот так. Эх, желтый кристалл ушел, а. Нормально она еще что-то травит, кстати. Так, с одного камня Кингстон не должен зарядиться. Да. Держим удар, потом хилимся. Хрена вы крепите меня, а? Атаку срезали, конечно. Идеально. Эй-эй-эй. Давай, собекушка, лупи. Со срезанной атакой. Желтый взрываем, синими добиваем, да? Давайте вот так сделаем. Можно синий взорвать. Так, атака еще срезана, да? Так, аккуратно возьмем. Да ё-моё, сколько там будет? Еще один ход, ребят. Давайте, ладно, прокинем. Сейчас мы в зайца попробуем пульнуть. Так, так. Пойдет. А траву наложили. Сдуло. Ну, короче, тут тащим, да? Оп, синий еще один кристалл. Еле-еле, если честно. По-моему, моя оборона попроще, да, будет, ребят? Кара там на плече у меня. Ну, тут лекарь тоже как бы не бьющая. Есть время поэтовать, побаловаться. Так, идем дальше. Так, следующую связку наковырял. Что-то у меня так много синих, смотрите, ребят, уже третий раз иду. А желтых не будет сейчас, стопудово. Вот синий подвалил, наконец-то. Берем, даже не думаю, короче. Нахрен, сдувать надо. Взрываем. Так, давайте вот так просекем. Зайцем туда. Чтоб наверняка полную дулю огурцов. О, полянка пошла наконец. Ну пойдет, поехало все. Комбо 12. Размотай там всех. Так нажмем, так нажмем. С
ускорение можно было дать, наверное. Да нет, все равно не хватает. Держись. Чешись, не поддавайся клопам. Так. Херню сделал опять. Короче, взрываю, пока поляну обновляю по полной, да? Да, пусть летит. Так, бабахнули и... Зайцем двоих постелим, нет? Не постелили, ребят. Так, магний сколько? 420 урона. 410. Короче, можно... А, магний наложит усиление, да? Давайте тогда так добьем. Так, еще одна победа. Легкая вышла, легчайшая. Сколько, не дай бог, еще тапка 3, а, ребят? Два, ну, более-менее. Так, варваров не взял, колдунов не взял. Погнали. Хорошо он мне блокирнул, кстати. У меня 90% героев варваров. Хансу, там эти кагебурады все, крампусы, это вся ерунда, короче. Вся она, оказывается, у меня состоит как раз-таки из варваров и колдунов. Тут надо тройки собрать. Три. Или что мы тут можем собрать? Или четверку взять? Да звездануть как следует. Эту мы двигаем в бок. Будет четверка, да? Потом взрывом шестерка. Ерунда полная, короче. Давайте вот с этого хода начну. Так. Фиол взяли мы, трешечку. Что еще можем взять? С четверки у меня зарядится просто двое. А, двое. Одна зарядится, альнадаха только зарядится. Ладно, короче, я один хрен эту четверку возьму. Вот так сделаем. Эх, зарядила комбо все-таки в конце. Ну, давайте по центру будем пробиваться. Так. Атаку вот здесь подрубим. Я думаю, зеленых заряжу, наверное, сначала. Хотя, может быть, это и ошибка. И сюда. Двоих забрали. Фиолетовых взрываем, ребят. Так, 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 так. Раз, два. Альнадаха, давай бей. Там у них усиление, ты как раз должна больнее ударить. 620, не густо. Сделали еще один шот, ребят. Ну и все, и на последний бой не знаю, чем идти. Нечем. Так, как там в песне поется? А я тебя слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила, да? Идем, ребят. Лорд Локи вкачался у меня. Седьмые эмочки у него. Радуга, ребят. Редкая возможность посмотреть радугу в действии. Поляна живая прям. Пахнет прям. Чувствуете? Живописью. За один раз зарядили, да, мы ее? А лекаря на подходе даже близко нет.
Ну, давайте вот эту синюю заберу. Так. Ну, типа фиолетовую, наверное, кидать, да? Желтый заберем. Может, там что еще закроется. Лишняя фиолетовая ушла. Тормоз нам дали, да? Так. Желтый мы возьмем. 3. Можно взорвать. Наверное, будет продуктивнее. Давайте взорвем, пусть летит. Хрена непродуктивный, ребят. Опасно это получилось. Мы не заряжаемся жестко, я тут накуролесил. Прям сильно. Сильно накуролесил прям. С такой поляной и ни один цвет не собрал я, короче. Так. Ну, включаю вот так. Держитесь, а. Обошел, да ё-моё. Так, что мы умеем? Можем прям ей звездануть, да, наверное? Либо вот этой косой ударить. Что она умеет? 300 урона цели ближайшим. Цели ближайшие враги получают урон водой. Что здесь? Это сейчас снимут. Все стихи не ближайшие. Нельзя получать плюс 30 атаки. Атаку подымет, да? Угу. Что еще? Ерунда. Это что бьет? 175 урона всем. Паук. Отхил. Чуть-чуть тормоз даст. Этого бесполезно. Подхил у нас и так идет. Зайцем в угол бить тоже нет смысла. Давайте вот так ударим. Немножко притормозим, может, это нам поможет как-то. Раз, два, три, четыре, пять этих камней. Давайте фиолу так соберу, четверку мне должно хватить. Так, миньонов поставили. Тормоз по мане у меня висит еще. Раз, два, три, четыре, мало камней. Ну, давайте так. Давай Валаси, а. Валаси, правильно сказал? Какой? В Сифлю. Почти сдох, но почти не считается, как обычно. Да сколько у него там? 30. Через рыв много зеленых берем, да? Морды. Но никто не заряжается. Ну, а что делать? Терпим опять ульту. Давай, заяц, приложись как следует. Эх, не туда приложился. Щит маны, смотри-ка, выжила, а? Каракатица. Давайте, погнали. Да бей ее, а! Ну, что вы там держитесь, нет? Что-то выдержали, ребят. Хильнуться, не хильнуться, да, наверное, ребят, надо хилиться, что ли, я не знаю. Диспелим себе эту отраву. И вот так прокинем. Добили, ребят, пойдет. Теперь надо как-то дотравить, короче. Ну, вот так, наверное, мы сейчас ударим, похарим. Нет, не ударим. Поджог снимут, да? Ну давайте вот так, может. Есть толк от этого вообще? Нет, что он горит?
Давай, попадай, заяц, умирай. Да хрен там. Кстати, может диспелить было. Ё-моё, сижу, дурачок. Так, подхил включим свой. И горение чуть больше. И вот так заяц. Не добил. Чуть-чуть. Ну, в общем, сделали, ребят, первый бой только был забавный, да? Сейчас узнаем, сколько он сделал. Не знаю, как там в комментариях или как напишу. Что у нас получилось-то по итогу? Догорело, догорело. Пойдет. Лишь бы еще правильно все герои были. Ну все, ребят, болейте за меня. Удачи, пока-пока.